Здравствуйте! Вы находитесь на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам расскажу, как добавить контакты в Gmail. Для этого нам нужно зайти на страницу Google, выбрать Gmail или же в поисковой системе вбить Gmail и зайти на gmail.com. Зайдя в Gmail, мы нажимаем на 9 точек в правом верхнем углу. Ищем тут контакты. Выбирая контакты, и нажимаем на новый контакт, создать контакт. И пишем название контакта, фамилию, почту и номер. И нажимаем сохранить. Поздравляю, вы добавили контакт. Больше информации ищите на нашем сайте Hard Reset Info. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчики, чтобы первыми узнавать о нашем видео. Оставляйте комментарии под видео. Не забудьте рассказать об этом канале своим друзьям. Спасибо за просмотр!